Всем привет! Мы на заправке, едем в Пермь за детками. Кто не знает, мы живем в Башкортостане, город Белорецк, а сейчас направляемся в город Пермь. Это где-то 700 километров плюс-минус. В общем, 750, где-то так. Так что берем вас с собой, все самое интересное постараюсь снять на камеру, если получится. У меня тут, сейчас покажу. У меня такая моя корзинка. Здесь все вязалочки на сегодняшний день. Все, что вяжу, все взяла с собой. Сейчас буду в дороге вязать муторную юбку. А там все вяжется. Упала. Ну ладно, пол чистый. Все. Так что мы с вязанием на заправочке выезжаем. Ну, как я уже сказала, мы отправляемся за нашими студентами в Пермь. А если быть более точной, то за сыном Никитушкой и его девушкой Евелиночкой. Чуть-чуть не забыл еще про таксу. Кики. Там нам предстоит помочь детям с переездом на другую съемную квартиру. 2 года назад наши детки сняли квартиру и жили в ней до сегодняшнего дня. Но планы хозяина квартиры поменялись, и детям пришлось искать новую жилплощадь. Ну, они нашли квартиру, все нормально, в общем, едем им помогать с переездом. Ну и кое-какие дела еще нужно будет поделать. Сегодня четверг, 30 июля, и если все пойдет по плану, то в субботу, 1 августа, мы уже вернемся домой. Итак, сегодня я расскажу вам немножко о дороге, которая нам предстоит. Вообще, расстояние от Белорецка до Перми, я вам уже говорила, где-то около 740 километров. Мы едем через Уфу. Вообще, до Перми можно доехать по двум трассам. Одна дорога идет через Миасс в Челябинской области, возле Челябинска есть такой город. И там протяженность той трассы около 700 километров, а другая через Уфу. И вот вторая трасса чуть подлиннее, но нам она нравится больше. Почему? Я не могу сказать. Может быть, качеством дороги. Хотя не факт. Не факт. Может быть, просто по душе. В общем, по времени вся дорога составляет где-то часов 10. Можно, конечно, приехать и быстрее, но нам торопиться некуда. Как говорят, тише едешь, дальше будешь. Вообще, трасса Белорецк-Уфа, вот мы сейчас едем именно по этой трассе, одна из самых живописных на Южном Урале. И у этой дороги есть еще такое неофициальное название, как «Золотое кольцо Башкирии». К сожалению, вот на видео я, конечно, пыталась снять. Посмотрите, какое небо голубое, классное. Но в видео я не могу передать всю красоту нашей уральской природы. Вживую все выглядит гораздо красивее. Вот я, например, снимаю видео, да, смотрю в объектив, ну не то. А смотрю вживую, да, там совсем другое. Ну, хоть капельку я вам хочу передать. И все-таки какое небо голубое. Как про Буратино, да? Посмотрите, какая прелесть. Так здорово. Я так люблю поездки. Куда-нибудь далеко-далеко. Вообще здорово. А вот он, знаменитый наш тещин язык. Это самый опасный участок дороги этой трассы. Трасса Белорецк-Уфа. В этом месте дорога взбирается на хребет Зельмардак и совершает разворот практически на перевале. Видите? Вот он идет, разворот на 180 градусов. И там вот обрыв. Все. И вот это самый-самый высокий участок дороги, 850 метров над уровнем моря. Трассу в этом месте отреставрировали в 2016 году. Сделали несколько полос для движения, и, в общем, она стала более безопасной. И вот
Но такой живописный участок дороги, но помимо того, что это самый живописный участок дороги, еще и, к сожалению, это один из самых аварийных участков. Вообще даже не то, что на этой трассе, а вообще в Башкирии. Здесь невозможно часто происходит ДТП. Водители фур обычно превышают допустимую скорость, а на том участке она как раз всего 30 км в час. И переворачиваются, падают в пропасть. Очень много смертельных случаев. Очень много водителей погибло. Ну, а как правило, все местные жители знают этот участок дороги и придерживаются, в общем, этого скоростного режима. Я сейчас вам сюда вставлю. Вот посмотрите, какая местность. Ну, какое золото. Я хочу вам вставить фотографию. Если я приеду домой, увижу в интернете, найду фотографию, где-то она мне попадалась, с высоты птичьего полета снят вот этот вот тещин язык, то я вам сейчас сюда ее вставлю. Ну и еще одна достопримечательность у нас есть. Это башкирский мед, который продается практически по всей трассе прямо у пасек. Вот видите, как раз сейчас будет пасека и вот этот вот киоск, или как его лоток назвать, с медом. Наш башкирский мед, вы знаете, он неоднократный участник, победитель всевозможных международных продовольственных ярмарок, выставок. Я могу сказать свою точку зрения. Я с детства пробовала только башкирский мед, другого у нас просто не было. Ну, мы покупали, понимаете, да, в соседних там, у знакомых, кто-то у кого-то родственник, кто-то друзья, наши друзья. Все держат мед. Ну, не все, но многие. И вот мы у них и покупали. И я считала, что это просто обычный мед. Что в Башкирии, там, что в другой области, в какой-то мед везде одинаковый. Но мы на Украине гостили, наверное, в 2010 году, и там меня угостили медом, причем отличного качества, отменного качества. Вот тут-то я и поняла, что такое башкирский мед. Он ни в какое сравнение не шел с тем медом, который на тот момент был на Украине. Наш мед намного, намного ароматнее украинского. Я не пробовала, конечно, мед из других регионов, но я думаю, вот именно этим ароматом он и славится. У нас же кругом разнотравие. И травы у нас в Башкирии очень сочные и, наверное, очень ароматные. А еще у нас в Башкирии очень много рек. Маленьких речушек, крупных речушек. Ну, сильно крупных, конечно, нет. Белая река есть, есть река Инзер, малый и большой. А ну, остальные так, маленькие речушечки. Ну вот, скоро начнутся степи. Кармаскалинский район. Ну и немного вязания вам в ленту или куда это, в видео. Вот так я всю дорогу сижу и вяжу. Сижу и вяжу. Ну вот и все, пошли степи. Сейчас дорога будет не такой ветвистой, будет все больше ровных участков, так что теперь можно немножечко расслабиться и ехать в удовольствие. Все-таки по горам, по горам ехать очень сложно, тяжеловато. Постоянно нужно держать себя под контролем. Вот такие поля у нас засеяны. Я не знаю, чем. Это сейчас идет ремонт моста, и мы проезжаем медленно-медленно.
Теперь мы начали двигаться по другой трассе. К сожалению, к своему стыду, я не знаю ее название. Скажу просто по-простому, пусть будет Уфа-Пермь. Чем интересна именно эта дорога? Вообще, весь маршрут нельзя назвать слишком простым, поскольку проходит по проселочным дорогам, а не по федеральной трассе. Это вот как сейчас мы едем, таких трасс здесь мало. Вот мы проехали Уфу. Время 5 часов. 3 часа мы ехали, и вот за 3 часа я привязала вот столько. И еще чуть не забыла. На этой трассе по всему маршруту необходимо следить за уровнем бензина. Потому что количество заправочных станций небольшое. И легко, очень легко можно остаться без бензина. С нами один раз такое было. Мы чуть-чуть не оказались в такой ситуации. Мы, конечно, не остались совсем без бензина, но понервничать нам пришлось. Вот такие поля кругом. Поля у нас в Башкирии засеяны. То ли рожь, то ли пшеница. Ну, в общем, какие-то колоски растут. Какие колоски, я не знаю. Но поля засеяны. Здесь вот уже перепахано поле. В общем, более-менее в нормальном состоянии. Это радует. Покосы везде убирают. Как вы видите, ландшафт местности совершенно поменялся, правда? Вначале ехали по горам, по красивым, по зеленым. Теперь едем по таким вот золотым нивам, по степям. Попадаются нам очень много деревень по всему маршруту, очень много. Люди живут, деревни тоже живут. И смотрю, живут не очень-то и плохо. Все нормально у людей. Слава Богу! И вот закончилась дорога. Куда нас ведет наш навигатор? Ну, не знаю. Возможно, к новым приключениям. Ну и тут я должна пояснить. Мы не можем жить без приключений. Маршрут. Навигатор нам проложил маршрут и написал: а, есть еще один маршрут на полчаса короче. Хотите сократить путь? Конечно, хотим. Как же прожить без приключений? И поехали. И уже когда поехали, нам навигатор сообщает, что, ну так, ПС, да, послесловие, что есть где-то там не очень-то и хорошая дорога. Девчонки, вот эта дорога. Я не знаю, куда она нас приведет. Мы первый раз почему-то едем по ней. Никогда мы по ней не ездили. А вот как выглядит борщевик. Вы знаете, это опасное растение, которое очень-очень ядовитое. А если у меня... Ну, видите, какая безобразная нога. Это от обычных растений, которые растут у меня в саду. То если я сейчас трону вот этот борщевик, он огромный, девчонки. Он вообще огромный. Высота у него, вот я не знаю, ну, 2.5 метра вот сейчас. Вот оно, вот это вот. Вот эти два куста. Они прям большущие. Не могу вам ни с чем сравнить. Я боюсь к ним даже близко подходить. Даже если просто пальцем тронешь его, будет очень сильный ожог. Ну, я думаю, что вы в курсе, да? И здесь вот, когда едешь в Пермский край, даже по другим дорогам, он везде распространен и растет практически по обочинам всех дорог. У него очень сильные семена. Он их скидывает. Видите, вот иду, и вот он везде растет. Вот у него такие лопухи. Это ужас какой-то размер. Вот, ну честно, ну не могу я подойти, я боюсь. Кстати, видите, его вот здесь срубали. С ним борются, вот с этим борщевиком. Ну вот, вот даже вот моя рука. Вот моя рука. И вы посмотрите, какой зонтик, да? Ну здесь 4 моих руки. Ей-богу. Ужас, ужас, ужас. Вот он растет. Но в Пермском крае, еще раз скажу, его очень-очень много. Ну, а куда нас приведет эта дорожка? Посмотрим. Мы ни разу по ней не ездили. Ну вот, пожелайте нам удачи, чтобы мы не заблудились, а то один раз мы в Пермь уже блудили. А здесь Иван-чай. Вот он, Иван-чай. Вот так он растет. Юлечка, канал вязания и я. Вот это настоящий Иван-чай. Вот он как выглядит. А, мы выехали на дорогу. Здесь уже асфальт. Ой, правда, не очень хороший, но все-таки асфальт. Значит, не заблудимся. Посмотрите, какой красивый закат на солнышке.
солнышко заходит, так интересно. Красота. К сожалению, тоже не очень сильно могу вам это продемонстрировать. Ну, как могу, как умею, так и работаю. А здесь у нас стоят вот такие столбы с огнем, с горящим наверху, да? Это, я так понимаю, здесь добывают нефть и сгорает поверху, как это, попутный газ, он, по-моему, так называется, да? И вот они его сжигают в атмосферу, не выбрасывая. Но все равно, когда проезжаешь мимо, очень пахнет газом. Вот, видите, много-много таких вот вышек. Ну, а я все вяжу свою юбку. Надо скорее ее довязать. Уже 500 грамм подходит к концу. Наверное, придется еще подкупать, потому что пряжи, скорее всего, не хватит. Очень много ест пряжи. Доброе утро. Сегодня уже утро пятницы. Мы вчера доехали очень поздно, поэтому я и не снимала. Сегодня нам предстоит очень насыщенный денек. Нам нужно успеть переехать на новую квартиру, которую сняли наши детки. А сейчас просто покатаемся по Перми. Покажу вам все, что влезло ко мне в объектив. А вот в этом доме и живут, пока еще живут наши детки. Вот отсюда мы сегодня и будем переезжать. Вот эти два приоткрытых окна, это и есть окна наших ребятишек. Вот эти два окошечка на первом этаже. Они здесь очень счастливо прожили, я надеюсь, счастливо. Уезжать им отсюда не хочется, но так получается. Вот такой скромненький дворик, аккуратненький, тихий район. Мы переезжаем сейчас на новое жилье. Ну, тот дом я вам покажу. Тот дом большой, я даже не знаю, сколько там этажей. Там дети будут жить на 10 этаже. Здесь вот такой мини-парк. Уютненько, комфортненько, тихо. Такой тихий райончик. Вот этот дворик. Двухэтажный. Я люблю маленькие дома. Мне не очень нравятся дома, как муравейники. Большие, с большим количеством этажей. Видите, зеленая зона. Кто нас встречает? Убежала. Кто встречает? Эти мои холёсики. Вот она, Кики. Кики, пошли домой. Ты куда пошла? Да? Вот в этом доме. Огромный шестиугольный какой-то такой 16-этажный дом. Вообще дети сказали лифт до 17 этажей. Но я что-то насчитала 16, может я где-то ошиблась. Но большой, красивый двор. Такая детская площадка, я близко подходить не буду. Там качели, тут все. Сейчас вам покажу цветы. Какие красивые цветочки. Такие клумбы. Здесь видите? Какая красота. Здорово, прелесть прелестная. Это кто тут у нас? Кики? Кики. Вот такая вот красота. А вот. Ты сразу Никит пошел, молча. Ладно, говорит, я пойду. Красота. Вот эти я цветы очень люблю. Я забыла, какое у них название.
Ну вот именно вот эти белые, синие сердцевинки, это вот прям моя любовь-любовь. Забыла я название, если вспомню, подпишу. Ой, прелесть. Прелесть. Красота. Так они из дома смотрятся красиво сверху. Так, хоп. Ну все, мы пошли в магазин. Вот такая высота. Вот такой муравейник. Да. Здорово. А это вид из окна. Считал 15 этажей. Вот такой микрорайончик. Вот такая детская площадка. Новый микрорайон. Так уютненько, так хорошо. Насколько может быть хорошо в таком муравейнике большом, да? Здорово. Ну и еще немножечко Перми вам в видео. Вот все, что попало мне на экран, я хочу вам показать. И снова доброе утро. Сегодня суббота, мы возвращаемся в Белорецк. Довольные, счастливые, уставшие. Наша поездка оказалась плодотворной. Мы перевезли детей на новую квартиру. Привезли им из Белорецка заготовки на новый учебный год. Ну, там всякие супчики в банках, огурчики, помидорчики маринованные. В машине это везти удобнее, правда, чем они потом на автобусе будут это возить. И опять борщевик. Посмотрите, какой он огромный. Везде, везде, как я вам и говорила. Ну, еще раз о поездке. Я еще и свои манекены забрала. Я вам покажу их в каком-нибудь из следующих видео. У меня теперь еще два новых манекена. Мне их подарили детки. Я такая счастливая. Вы себе даже не представляете. Это непередаваемое ощущение счастья, когда тебе дети дарят такие подарки. Вот именно такие, рукодельные, так тебе нужные. Ну, я думаю, что многие рукодельницы меня поймут, правда? Ну все, мы поехали домой. Пожелайте нам счастливого пути. Ну и сейчас вы будете смеяться, но это опять из серии «Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса». Снова дорога. Снова навигатор нам показывает, что есть путь на полчаса короче. Ну я уже думала, мы поедем опять тем же путем, которым приехали, а нет. У навигатора свои фишки. И сегодня мы едем совсем по земляной дороге. Это уже даже не насыпь, это просто земляная дорога. Ну, здесь мы уже выехали на асфальт.
Ну, конечно, тоже изрядно понервничали. Но это Куруновы со всеми, со всеми своими тараканами. Вот такие мы, девочки. А вот тут начинается очень красивое поле. Девочки, я не знаю, как вам его передать. Это просто одеяло, как сказала Эвелина. Здесь цветет, возможно, гречка, я не знаю. Но здесь вот оно прям такое мягкое-мягкое, воздушное-воздушное. Прям как плед, вот такой теплый, нежный плед. Такое красивое. Но, к сожалению, на видео этого не передать. Ну и появилась заветная надпись «Белорецк», 222 километра осталось. Ну, это уже совсем немножко, правда? Белорецкий район, снова горы. Любимые наши горы. Вот в таких горах мы и живем. А осенью это вообще красота. Здесь смешанные леса и цвета непередаваемые. Ну, осенью мы с вами еще куда-нибудь съездим. И снова подъезжаем к знаменитому тещиному языку. Сегодня мы едем уже снизу вверх. Посмотрите, какая красота. Здесь действительно очень живописный район. Очень живописный. И пропасть, это вот туда прямо сейчас, если проезжать, вот туда все машины.